Наращивание мышц груди может быть очень сложной задачей для многих парней, особенно верхняя ее часть. Поэтому уже прямо сейчас вы узнаете 9 хитростей, подкрепленных наукой, которые позволяют вашим грудным прогрессировать в разы быстрее. Сразу ставим лайк и подписываемся на канал, поскольку 85% зрителей смотрят наши видео без подписки. Это будет вашей лучшей поддержкой и мотивировать нас на создание новых и полезных видео. Первый совет – это сфокусироваться на том, чтобы сводить ваши локти вовнутрь, когда вы жмете штангу. Это простая корректировка техники, с помощью которой вы можете значительно увеличить рост грудных. Когда вы жмете штангу лежа, представьте, что вы пытаетесь свести руки вместе. Конечно же, в реальности этого не произойдет, но, сосредоточив свое внимание на этом, вы увеличиваете активацию мышц груди, поскольку одна из основных ее функций – это горизонтальное приведение. Если вы уже давно тренируетесь и делаете один и тот же объем тренировок на грудные постоянно, но при этом перестали наблюдать их рост, то настало время увеличить частоту тренировок на грудные. Другими словами, начните тренировать грудь чаще. Обычно с самого начала вы следуете стандартному сплиту, по которому тренируете грудь раз в неделю. Однако, как только вы пройдете начальный этап и больше уже не сможете так быстро увеличивать рабочие веса на каждой тренировке, то вам потребуется уже больший тренировочный объем. В одних исследованиях 2016 года пришли к выводу, что тренировки мышечной группы с большим объемом, чем раз в неделю для продвинутых, способствуют лучшему прогрессу грудных. Теперь вопрос, а следует ли именно вам тренировать ваши грудные два раза в неделю вместо одного? Да и какой объем должен быть на каждой тренировке грудных? И это зависит от вашей конкретной ситуации и того, какой объем вы отрабатываете за тренировку. Да, одни люди восстанавливаются быстрее, другие медленнее. Поэтому увеличивайте объем постепенно. К примеру, если вы делали 3 упражнения по 3 рабочих подхода на грудные раз в неделю, то добавьте вторую тренировку грудных уже с одним упражнением на 2-3 подхода не до отказа со средним весом и увеличивайте этот объем постепенно. Такое добавление объема можно практиковать в течение месяца раз в полгода для каждой мышечной группы. Ну а теперь представь, вечер, позади у тебя рабочий день, тяжелая тренировка грудных. У тебя есть немного времени расслабиться перед сном, которое ты скорее всего потратишь на ютубчик или залипание на фото в инсте. А вот мой способ расслабиться от всей суеты и стресса с недавних пор. И это поиграть в Хроники Хаоса. Кто еще не в курсе, Хроники Хаоса — это онлайн экшен RPG игра, выполненная в стиле красочного фэнтези. В игре тебя ждет основная сюжетная кампания, состоящая из 130 увлекательных миссий, которую ты можешь пройти отрядом, состоящим из 50 по-настоящему ярких героев, каждый из которых обладает своими уникальными навыками. Но не думайте, что вам придется играть в одиночку. При желании ты можешь объединить усилия с другими игроками и, собравшись вместе, более эффективно выбивать награды со злодеев. А если возникнет желание помериться силами с представителями другой сказочной группировки, то в режиме PvP лицом к лицу можешь наглядно показать, у кого больше мощи и навыков. Конечно же, при этом не забывай про тактику ведения боя, которую, кстати, можно обсуждать в игровом чате. Помимо увлекательной сюжетки в игре доступно еще 5 режимов. А регулярные обновления точно не дадут вам заскучать, поскольку с ними приходят новые интересные режимы и еще более опасные враги. И да, если ты скачаешь Хроники Хаоса по моей ссылке в описании, то получишь еще и солидный стартовый бонус, а именно сразу заберешь целых 5 топовых героев. Кто пятый, узнаешь после скачивания. А в придаче еще и 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Поэтому не раздумывай, а если ты не любитель играть на смартфоне, веб-версия Хроники Хаоса тебе в помощь. Сканируй этот QR-код на экране или скачивай игру по ссылке под видео и окунись с головой в мир прекрасного фэнтези. Увидимся в Хрониках Хаоса. Следующий наш совет также не менее важен, если вы застряли в росте грудных. Вам нужно постоянно чередовать количество повторений и рабочий вес в главных базовых упражнениях на грудные, то бишь периодизация. Исследования ясно показывают, что тренировки с разным широким диапазоном повторений позволяют прорабатывать все типы мышечных волокон, что способствует лучшему росту мышц, чем постоянная долбежка стандартной схемы на 8-12 повторений за подход. Если тренироваться в одном и том же стиле на постоянной основе, то мы теряем потенциал того, чтобы тренировать все мышечные волокна, а следовательно и потенциал к росту.
Так как при периодизации диапазон повторений у нас меняется, мы можем тренировать их все. К примеру, если вы делаете высокое количество повторений от 15 и выше, то включаются уже медленные окислительные мышечные волокна, ответственные уже больше за выносливость, поскольку увеличивается время под нагрузкой, но снижается при этом рабочий вес. Тем самым мы даем отдохнуть другому типу, и это быстрым мышечным волокнам, которые отвечают уже за силу и дают вам большую часть объема мышц и имеют больший потенциал к росту. Это помогает сдвинуть ваши силовые результаты с мертвой точки, если они у вас стали, и продолжить прогрессию нагрузок. А как известно, именно прогрессия нагрузок силовых – главный фактор мышечного роста в натураху. И вот периодизация дает возможность передохнуть вашей нервной системе, и организм снова сможет адаптироваться к новым нагрузкам. Вот один из примеров линейной периодизации – циклирования, которого вы можете придерживаться, меняя каждый цикл каждые 2-4 недели, или в зависимости от ваших целей отдавать какому-то блоку больший приоритет. Другой совет – это не переусердствовать с наклоном в наклонных жимах. В основном это происходит у тех, у кого сильно отстает верх грудных мышц. Ведь стандартный совет – просто увеличить наклон скамьи, чтобы сделать лучший акцент для верха грудных, многие понимают слишком буквально, поскольку думают, что чем больше наклон скамьи, тем больше будет верх груди. Но это так не работает. Как правило, угла в 30 градусов с головой хватает, чтобы включить верх грудных мышц. Да и исследования показывают, что такой угол гораздо превосходнее включает верх грудных мышц. А вот уже под углом от 45 градусов и выше больше включаются плечи. В таком случае я рекомендую отрегулировать наклон на вашей скамейке примерно в 30 градусов и использовать ее во всех жимах. А почему бы вам не ставить привычные штанги и гантели и сделать жим с блочными устройствами? Одно из ограничений жима гантелей и особенно штанги – это то, что вы толкаете руки прямо вверх, а не вовнутрь. И даже если вы будете концентрироваться на том, чтобы сжимать руки вовнутрь, как в первом совете, то это только изометрическое сокращение. Между тем, блочные устройства помогают вам уже делать не только изометрическое приведение грудных, но и динамическое по ходу всего движения. Также работа в блочных устройствах обеспечивает более полную амплитуду движения. Ну и плюс, трос блока держит ваши грудные мышцы в постоянном напряжении по всей амплитуде движения. В отличие от жимов штанги или гантелей, где при прохождении мертвой точки вверху мышцы теряют значительную часть нагрузки. Вы можете выполнять жимы блоков как сидя вертикально, так и лежа. И еще один совет – это сделать маленький апгрейд своих разводок. Большинство людей делают разведение с гантелями на горизонтальной или наклонной скамье, держа руки в нейтральном положении. И даже несмотря на то, что разводки – это круто для ваших грудных, есть еще более эффективное движение – это горизонтальное сведение в кроссовере стоя пронированным хватом, то есть большими пальцами друг к другу. Хотите верьте, хотите нет, но когда ваши ладони обращены друг к другу вовнутрь, ваши грудные находятся в невыгодном положении с биомеханической точки зрения, потому что ее волокна не имеют прямой линии натяжения. Сводя ручки кабеля ладонями вниз, вы включаете грудь по ее волокнам, и в котором вы заставляете ее гореть. Кроме того, разводки с блоками лучше, чем с гантелями, из-за того, что трос блока держит ваши грудные мышцы в постоянном напряжении по ходу всего движения. И снова, когда вы используете гантели, нижняя часть движения требует больших усилий. Но по мере того, как вы все ближе подходите к верхней части, то теряете почти все напряжение в грудных, в отличие от упражнений с блочными устройствами. Кстати, друзья, для мощной раскачки грудных этот ролик хорошо дополнит еще одно наше видео о 9 эффективных упражнениях для раскачки грудных мышц. Обязательно посмотрите данное видео, ссылка на него только что появилась у вас на экране. Также я приглашаю вас в наш телеграм-канал, где вы найдете еще дополнительный материал по тренировкам и питанию. Ссылочка будет в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео.